Как часто ты задумываешься о том, что такое любовь? Что же это за чувство такое, которое заставляет нас жить и вновь и вновь толкает на безрассудные поступки? А знаешь, я давно перестал верить словам людей. К сожалению, чаще слова расходятся с поступками. Так давай же не будем такими людьми. Давай отвечать за свои слова. Если сказал, что люблю, значит, буду любить до конца. Если сказал, что буду рядом, значит, буду рядом до последнего вздоха. И даже если весь мир будет против, то я буду за тебя. Так что же такое любовь? Наверное, когда нет больше я, когда теперь мы, когда ты готов отдать жизнь за любимого человека, когда твои интересы уходят на второй план. Да, именно так. И знаешь, меня называют сентиментальным и смеются. А я просто улыбаюсь им в ответ и иду дальше своей дорогой. Мир не будет мне диктовать, каким мне быть. И ты будь собой, ты прекрасна. Люби, живи, мечтай, улыбайся. У тебя есть все, чтобы быть счастливой. У тебя есть я? Да. Бог дал уже определение любви, и лучше не скажешь. Любовь всегда терпелива и добра. Она никогда не ревнует. Любовь не бывает хвастливой и тщеславной, грубой и эгоистичной. Она не обижает, не обижается. Она всегда готова прощать, верить, надеяться и терпеть, что бы ни случилось. А еще он мне дал надежду. Ты моя надежда. Знаешь, делая выводы из всего этого, я могу с уверенностью сказать: я люблю тебя.